13 сезонов он отыграл в команде МЧС и только в этом году решился покинуть коллектив. Переход Юрия Абдулхакова в «Платон» и стана действующего чемпиона погоды в доме стал главным в минувшем межсезонье. В новой для себя команде вместо прежнего 7-го игрового номера он получил 77-й. Ну, вспоминаются все сезоны, конечно. Вот. Но в особенности, когда выигрывали, конечно, золотые медали. Вот, там были даже золотые матчи. Вот. Это очень приятно, конечно, все вспоминать. С ребятами иногда садимся, пересматриваем видеозаписи, вот, вспоминаем такие хорошие моменты. Календарь чемпионата Ульяновска по мини-футболу среди клубов Суперлиги свел бывшую и настоящую команду Абдулхакова уже в третьем туре. К очному противостоянию коллективу успели одержать по две победы и обосноваться вверху турнирной таблицы. В формате face-to-face «Погода» и «Платон» выясняли, кто же более достоин промежуточного лидерства. Я считаю, мы с «Погодой» будем биться за первое место. Там еще ПСК есть, да, УМЗ, «Кристалл» тот же, но мне кажется, все-таки с «Погодой» будем. И эта игра была за 6 очков. Мы можем проиграть только сами себе. Вы все здесь хорошие, качественные футболисты, поэтому вы в «Платоне». Давайте докажем, выйдем на поле, докажем, что мы должны быть чемпионами в этом году. Раз, два, три. Пока же действующий чемпион «Погода» в доме. И всего 54 секунды хватило желто-синим, чтобы открыть счет в матче. Игроки «Платона» проморгали рывок Михаила Каширина к чужим воротам. И нападающий соперника попал точно в дальний угол. К этому моменту не у всех участников матча проступил пот на лбу. Следом опытный Сергей Савичев удвоил преимущество «Погоды». Шла всего-навсего третья минута игры, а действующий чемпион уже повел с хорошей форой. Мы начинаем задорно, 2-3 мяча ведем, потом, я не знаю, что, может, расслабляемся. И получаем нелепые мячи. Первых два мяча у нас вообще нелепо полетело. Это вообще как бы смешные они. Еле-еле мячик закатывался. Первый ответный гол «Платона» действительно получился нелепым. Голкипер МЧС Сергей Кузнецов вроде бы надежно играл подальше от своих ворот, но угодил в своего же защитника Вячеслава Мысина. А дальше рикошет и мяч в воротах. Пока желто-синие горевали, соперник забил сам. Это Богдан Костауров сделал полезную голевую передачу Артура Валишина. При этом «Платон» фалил так много, что уже в середине тайма Виктор Злыдарев получил право на дабл-пенальти. Правда, реализовать его помешал голкипер Андрей Сейкин. И все же на перерыв именно «Погода» ушла лидером. В стремительной контратаке играющий тренер команды Андрей Злыдарев бил наотмашь по воротам соперника, но получился спонтанный пас на Константина Убаськина. В итоге форвард, проводящий первый сезон за МЧС, нашел способ забить с острого угла. 3-2 в пользу «Погоды» после первой половины. Момент какой? Им нужно в любом случае, им нужно отыгрываться, они сейчас пойдут прихват. Поэтому у нас сейчас зоны будут перекатывать со мной несколько раз. Стал бы, ждите момент, закинем, под него надо бежать, либо сами обыгрывать. Сейчас будут разрывы большие у вас там. Смелее, на себя взяли. Если нет, дождались, отыгрались. Есть, пробивайте сами. Начало второй половины получилось таким же сумасшедшим, как и начало матча. Команды показали отменную реализацию голевых. Больше всех в этом преуспел «Платон» и его нападающий Игорь Ахметшин. Две его голевые передачи впервые в матче вывели «Платон» вперед. Сначала Игорь ассистировал Артуру Валишину, а затем своему брату Сергею. Если бы не коллективная ошибка Сейкина и защитников «Платона», пору бы было говорить о переломе в игре. А так Михаил Каширин, оформив индивидуальный дубль, снова сделал счет ничейным – 4-4. Эти цифры на табло продержались до последней минуты. Она получилась едва ли не самой жаркой в туре. Игорь Ахметшин перестал раздавать голевые передачи партнерам и забил сам. Мы чувствовали, что команда уже подсела «Погода» в доме. Там как бы возрастные ребята играют, уже подустали. У нас большинство молодых. И у нас как бы задача команды стать первыми. Амбициозная задача. Так что нам нужна была только победа. Пропустив пятый гол, «Погода» заменила вратаря на пятого полевого и имела все шансы уйти от поражения. Сначала Сергей Савичев в касании пробил в штангу, а за 2 секунды до финального свистка Константин Убаськин отправился бить дабл-пенальти. Второй для «Погоды» в этом поединке. Ну, с 10 метров тяжеловато, конечно, забить. Ну, и как 6-метровый, это такая же небольшая лотерея. Чтобы стать обладателем счастливой лотерейки, голкиперу «Платона» Андрею Сейкину даже не пришлось вступать в игру. Константин Убаськин с 10 метров пробил крайне неудачно. Через пару игровых секунд «Платон» ликовал своей третьей победе в сезоне. 5-4. Вот один момент решил ситуацию там немножко на фланге. А так в целом игра была равная. И у нас 6-й фол у них был, могли забить. Ну, просто не хватило чуть-чуть.
Третью победу подряд со старта чемпионата одержал и УМЗ. На этот раз очень тяжелую на два ленты Ул-Сити 4-3. Победный гол на счету Константина Ковришкина с дабл-пенальти. Такой же упорной получилась встреча ПСК и Май-Медиа. Фаворит вел со счетом 4-1, но в итоге едва не упустил победу. Тоже 4-3. Смена и «Кристалл» добились первых сезонных успехов, одолев, соответственно, и «Лину», и «Промресурс». У «Смена» дважды отличился Александр Костенко, у «Кристалла» дублями разжились Александр Зерфин и Дмитрий Арефьев. Поражение от «Платона» отбросило «Погоду» разом на четвертое место в турнирной таблице, позволив ворваться в лидирующую тройку и УМЗ, и ПСК. Причем заводчане, так же как и «Платон», пока идут без потерь. Четыре клуба – «Кристалл», «Май-Медиа», «Промресурс» и «Смена» – имеют по 3 балла, а их положение в турнирной таблице основывается на дополнительных показателях. Без очков пока только «Валенте» Ул-Сити. Четвертый игровой день в суперлиговском чемпионате подарит сразу два потенциально интригующих противостояния. Сначала «Погода» сразится с ПСК. Исходя из турнирного положения команд, это главный матч тура. Не менее интересным наверняка получится и встреча «Кристалла» с «Платоном». Одни намерены доказать, что их осечки на старте сезона – случайность, другие приложат все силы, чтобы убедить всех в своем закономерном лидерстве. Чья возьмет, узнаем 16 ноября в «Фоке Фаворит».